русском языке она называется аркомат. Это прибор для зажигания огня. Вот способом, сейчас я покажу, при помощи лучка, вот, и вот этой палочки. А вот это вот коленная чашечка от оленя. Вот как раз вот у вас у каждого есть такая чашечка, у оленя такая. Это для того, чтобы руку не пекло, когда сверху ставят вместо подшипника. Вот говорят американцы, подшипник. Нет, нет. Подшипник был изобретен у нас в Сибири. Вот. Мало того, вот такое огниво, оно было личным. У папы свое, у мамы свое, у дедушки свое, у бабушки свое. И когда он переезжал на рыбалку, в другое стойбище, он зажигал обязательно со своего огнива. Но когда дедушка умирал или бабушка, то огниво вот это хранили в красном углу. Это по всей Сибири, сейчас еще на Чукотке хранят. Память о бабушке, о дедушке, о папе или о маме. То есть вот это вот является прототипом православной иконы. Сейчас у нас иконы, высокая культура, ну она грязь, вот это вот художество все канонизировали каких-то святых, да? Но раньше нам святой самый предок наш был. Тот, кого мы знали, кто нас растил, кто нас учил, это абсолютный учитель, абсолютный предок. Когда забывали, как звать, сжигали это огниво в очаге. А так, сколько стояло, мало того, это прототип православной иконы, это еще прототип у нас сейчас вечный огонь. Вспоминают воинов павших. Это вот, это жирник. Сюда жир, мох и поджигали. Это светильник такой, как свечка. И она стояла. Это, ну, считаю, уже алтарь готов. То есть это было из глубокой древности. А потом уже принесли культуру вот эту вот христианство. Сейчас люди ходят в церковь. Вот. А там в Сибири, на Чукотке, там нет, ну, сейчас только, может, где-то есть в Анадыре, там церковь. А раньше не было таких храмов. И храм был всегда дома, в сухом углу, в красном. Переезжали на другое стойбище, предков своих отцов выставляли, снова вынимали и ставили на обозрение. А сейчас мы вам покажем, как этот обряд мы сымитируем. Просто покажем, не будем до конца зажигать, но покажем, как это делалось. Вот эти звуки, которые вы слышите, это вообще доисторическое пение такое древнее. Оно сейчас еще в Сибири, на Чукотке еще сохранено, еще поют так. Вот. Когда зажигают огонь, это называется похрипы по-научному. А по-чукотски горловое пение. Пильгэйнен. Пильгэйн горло, эйнен музыка. Ну, песня. Держим. Ну вот еще минут пять, и вот дым появляется уже горячее, и мох подбавляют и зажигают, раздувают огонь. Таким образом добывали. Но мы не будем долго задерживаться на этом. Аплодисменты. Спасибо. Интересно. Спасибо. Очень познавательно. В общем, можно выживать, да, если остаться. Да, ну когда огонь ты добудешь. Если у вас вдруг выключили свет, да, нету спичек. Приезжайте к нам. Отказал. У нас вечный родник есть. Вечный родник. Он зимой, летом, как будто из-под крана вот такая струя течет. Всегда 4 градуса тепла, это водичка. И туда очень полезно ходить умываться. Этот родник освященный. Игумены приезжали со сходни. В общем, такие руководства церковные. Приезжали, освещали. И стоит там столбик с крестиком. С медным крестиком освященный родник. Мы всегда там воду брали. А я огурцы солила с этой водичкой. Мы сейчас вам покажем кричалку такую, ивентийскую. Ивены – это оленеводы, живут на Камчатке и на Чукотке. Они на морозе греются при помощи таких песен. Вот.
Собаки помогают всегда. Очень круто. Голос. И микрофона не надо. Вот это и есть самое настоящее. Спасибо, девчонки. На здоровье. На фоне рамки. Пойдемте, фото. Большое фото. Вид фото. Ты где занималась, спела? Где? Да, занимаюсь. Да. Супер. Вот эти девочки, они поют в доме культуры Останкино. Останкино, да? Там, ну, и видно, да. Мария Геннадьевна Долгонюк, она им вокалкой подает, а Володя вот аккомпанирует. Угу. Вот они вдвоем. Дитя мое. Так, становитесь. Так. Все, да. До свидания. Вот оно! Вот это! Смотри! Вот оно! Вот оно!
Да. Тань, спасибо. Круто у тебя. Прям на рок похож. Ну что, скоро домой? Нет, это слово. Что у нас по сценарию? А? Сейчас мы прокатим страждущих. Так, понял. На загрузку 5 минут где-то, да? Вот? Да. Угу. А потом еще песен у нас много. Ура! Окей. Еще русские будем петь. Чукотские, русские. Татьяна, на льду обледенелая дорога. Еще чувствуют хозяин, что там уснулся. Они еще быстрее убегают. А-а-а. Да ничего им только. Реакция такая, да? Вот? Какая не упадает тогда их. Блин. Какая у них будет реакция. Бать! Нет, этот мэн за мной бежал, улыбался. А я скалился, а не улыбался. Ну, надо же было догнать-то все-таки. Стоя!
Это я. А, нет. Там съехать. С горы? Да. Ты что? С горы, чтобы я на чах сидела. У меня на Чукотке девчонки были. Они по часу, по два ездили, вот на, стоя на ногах. Да? Да, на упряжке. Да, упряжка бежит, они еще танцуют вот так вот. А этих не угодно. Стоять! А, он ее переставляет, да? В общем, тема такая. Ведущая собака не пошла, он ее отвязал и перевязал ее, поставил номером не один, а номером 4. С двумя камерами снимаем. Вот. Ага. Что-то там огрызается, не хочет. Не хочет первый ведущий. Ребята, это круглое озеро. Ну, Владимир профессиональный у нас каюр. Едем в лес. Приезжайте, не пожалеете. В стае так, если одна не идет, то все, да? Ух, красота какая! Обалдеть! Сосновый. Ничего себе! Корабельная сосна. Ой, как высотич какая, а! Это воздуха не увидел, Славика. Растаяло. Да нет, это вчера Там грязи не боятся ничего. Эй! Ничего себе. Кач! Хоу! Гоу! Пошли! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, да? Да. Получается. Хап-хап-хай! Там, понимаешь, эти целоваться лезут, вот эти все клиенты. А, да. Возвращают их вообще неимоверно. Они уже никуда бежать не хотят. Ничего не... Да, они все такие, понимаешь? Кто-то, да. Непостроенные. Я-то с ней сфотографировался, но... Я смотрю, вы смотрите, но я там... Не, я на это-то не смотрю-то. Просто я знаю, что это они дети, лижутся с ними, и собаки совсем раздрай приходят. Нерабочее состояние такое. И не хотят уходить оттуда, трудно отъехать. Расслабляйся. Пать, да, расслабуха такая. Тут же если работать, пать. Направо команда. Да. Сейчас.
Ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря-ря. Слева лучше сейчас. А, во, да-да-да-да. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Красивый голос у девчонки. Да вообще у вас. Хе-хо-хе-хо-хе-хо! Дерг-дерг-дерг-дерг-дерг-дерг-дерг-дерг! Ох, красота какая, а! Да, серьезный. Обалдеть! Совсем другой коринфор. Господи! Да. Хоу, это кренвер эфир. Вот эти девчонки, которые молодицы вчера были, ох, они угорали от моих покриков вот этих. Все записывали, а потом там переключали, повторяли, ухахатывали просто. Чак-чак-чак-чак-чак! Это красотень, а! А, пошли! Давай, 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 давай! Оп, 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 дай, 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 оп, ох, какое место красивое, а? Да, отличное место. Просто вообще. Подь, 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 куда пошел? Подь. О, молодцы. Хай, пошли. Хай. Уру-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 ру. Да, хей. Гач. А здесь сейчас пойдет кондовый такой лет. И ты видишь, на таком коротком расстоянии за одну прогулку мы как бы показываем всем людям красоту в Подмосковье разную. Хача! Хоп-хоп-хоп-хоп! Да, это надо показывать. Та-хо-хе-хо-хе-хо! В темном лесе! За лесью, за лесью, распошёл я, Пашенко, хач, пошли, хач, чё, привет, здравствуйте, кто там на лыжах? На лыжнике, хач. Пряжка сзади идет, работает сейчас. Идет, а вот она вышла. Ха-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-чай! О-га-га-га-га-га-гей! О-хо-хо-хо-хо-хо! А, пошли! О! У! Ха! Зараза! Хач! Ничего себе у вас! Хач! Трасса какая длинная. Бать! Вот там-то и дело. Ничего себе. Все работают, 500 это. 20 метров. Сейчас скажу. Хау! Рубль-метр. Рубль-метр, да. Да, 500 метров прокатил, 500 рублей плати. Так, ничего себе, победено. Блин, да год тут вообще. Эй! А у нас 3 километра. До Москвы уже. Хау, гоу! Хач, пошли! Ра-р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 а! Ай-дай-дай-дай-дай-дай! Пошли! Хач! Ха, какая? Ра-ра-ра-рач! Гай-г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 ай! Хач! Пать! Пошли! Эй! Как вы тут еще нашли-то все это? Ту-гей-го-гей-го-го-го-го! Вот тут минутка как бы отдыха. Перевести дух. Ох, красотень справа какая. Справа, смотри, какой брелон. А летом здесь можно вообще дойти? Вот? Навряд ли, да? Можно, здесь прогулочные всякие такие. Нет? Прогулочная тропа. Я говорю, справа брелон какой там. Валенные. Господи, а? Ну, Россия. Ах, вот Россия, красота. А тут начинается уже. Ешь! Горочки. Обалдеть. О! Ешь! Тут была. Драйв пошел. Да. Дрифт. Эй! Улетай.
Кто же эту трассу прокладывал? Вы сами, да? Все? Ну да, мы сами, брат мой, на снегах ходит. Обалдеть, это какая работа, брат? Бай-бай-бай-бай-бай-бай! А вон там горка, да, вот это, наверное, да? Да. Да. Качка-чка-чка-чка-чка-чка-чка! К дочке позвонил, говорит, о, мне их жалко. А че вот так? Хей! Вот это крутяк. Это называется прыжок в преисподнюю. Хей, дядя-дядя-дядя! Вот тут у меня индус убежал. Да? Серьезно? Палочки обламывал, он шмыг без меня. Хэч! Хау! Опа-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 
это как? Представляешь, я кричу целый день и пою. Это какие голосовые связки? Куда? Эче! Не до Бертина, конечно. Я думаю, здесь уже... Нет, здесь не полтора километра, здесь больше три, наверное. Нет, три. Всего 3 километра это будет. Да, а кто-то мне сказал полтора, я говорю, да не полтора, может туда, быть. Полтора обратно. Не, да. Не полтора, три. Здесь просто уже... Хач! Ну, зато просто настоящая прогулка, и никто не скажет, что урезано там, борзеют как бы, да? Ну да, у нас. Мы демпингуем, конечно, по сравнению с остальными. Оно должно на пользу работать, но кто его знает. Хач, пать. Ра-ра-ра-ра-ра-го. Это бабушки тут клюкву собирают. Это ориентиры, вот эти целлофанчики, ленточки, бантики на деревьях висят. Метят, да? Хау, ну да, чтобы выйти вот на эту дорогу туда, домой идти. А он же одинаковое болото, то везде березы, тут и заблудиться недолго. Хай, бабушкам-то. Хап. Догадач! Ай! Ох, красота какая! Нет, это мое любимое место в Подмосковье. Последние два года, три года, наверное, уже. Тагай! Прям вот эти березки молодые, да? Прямо вот. Да, классно. Красотень. Ай! Наверное, просто. Чисто русская такая картина. Просто жир. Ача! Пошли, путь. Ха, веселей. Они это в полсилы вот это работают. Чтоб лишь бы не перед собаки, они сачкуют. Сачкуют, да? А вчера, говорю, как мы поехали уже домой, они как рванули, чуть не поубивались мы с ними. Хач! Одно дело, когда на такой скорости там обрулишь все машины и все сугробы, а там же эти брустверы сейчас начищены, дороги высокие, на литкеле перевернулись. Как они поперли нас туда, в деревню куда-то. Вот на асфальте ни тормоза, ничего не держат. На льду обледенелая дорога. Хорошо, какая-то тетка, бабушка перекрыла дорогу машиной. И постояла, пока мы нарту поставили. Встали на тормоза. Ра-ра-ра-ра-ра, помогла бабка. Молодец. Ча-ча-ча-ча! Говорит, чем вам еще помочь? А чем помочь, там не удержишь? Сейчас собака в воде пойдет. Эй! Хача! Хоп! Пошел! Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Пошел! Ча-ча-ча-ча-ча-ча! Пошли! Танки грязи не боятся. Ура, 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 ура. Налево такая команда. Это налево, да? Да.
Ать! Ау! А взяли! Ачау-чау! Вот здесь я индуса поймал, который у меня убежал. На этом бугре он застрял, я добежал до него. Ага, еще спрашивают, а ты не боялся? Нет, этот мэн за мной бежал, улыбался. А я скалился, а не улыбался. Ну, надо же было догнать-то все-таки. Ач-ач-ач! Он-то не понимает, что он может встретить лбом березу. Конечно, да. Весело. Ха-чай! А собаки еще чувствуют, хозяин что-то там лупнулся. Они еще быстрее убегают. А-а-а. Да ничего им только не... Реакция такая, да? Да какая, не угадаешь никогда их. Ты. Какая у них будет реакция. Это стихия. Пать-пать-пать-пать-пать-пать-пать-пать-пать! О, вон голяком бегут. Видишь? Прорыв ныряет. После бани. Бултых. Да, я вчера снимал это. Бултых, а тут на собаках ерешь и такое видишь. Это что? Мне сказали, это армяне. Отлично. Приобщаю. Бултых еще. Русскую баню шел. Эй! Го-го-го-го-го-го-го-го! Господи, а? Хача! Просто мечта. Вот за тот столбик, который где ты стоишь. Пать, пать, пать. Стоя. Вот это за... просто такой позитив получил. Цепляй-то. Ой. Вон, мужики красные с проруби. Спасибо огромное. Нормально. С меня причитается. Да ладно. Дело в том, что вот эти пухрики, они полезны не только для того, кто, а и для того, кто сидит. Потому что, ну, как говорят, в здоровом теле здоровый дух. Я вот кричу, я уже 50 лет так кричу, эти пухрики заряженные. И как бы они начинаются, если просят петь от диафрагмы, да? А на самом деле все певцы поют от донышка. Да, и вся нервная система на нем стоит, да. Я думал, от диафрагмы. Не, ну от диафрагмы, да, так принято говорить, потому что никто тебе не скажет, пой донышком. Понимаешь, ну, никто да, не да, скажет, да. Сжимать это сфинктер, понимаешь? А на самом деле он должен действовать и подогревать песню, голос, заряжать. А тут уже никуда. Эй, куда ни денься, вся эта мышечная система участвует. Нервная система на этом стоит. Да, да, вся да. Детородная вся система на этом. Понимаешь? И если у тебя не работает нервная система, вот потом спрашивают, а чего это у нее ДЦП, а чего у нее там то, не то. У нас пока что это. У нас все хорошо. 18 внуков, все. 18? Да. Господи, ничего себе. Обалдеть. Вот внучка моя. Да? Тамара. А брат у нее в армии. Да? Уже летом приходит. С армии. Ну, так вы счастливый старший человек. Ну, да, тут еще кто-то пришел. Это вчерашние. Да. А, вчерашние были они. Филиппинцы, молодец. Нет, по-русски. Нет, это вчера были они. Кого-то еще понимаю. Слушайте.